нас сам Янг Суматра 635. Сейчас мы посмотрим, насколько она мощна. Ходят слухи, это самая мощная PSP винтовка. Посмотрим, так ли это. Пуля 1.6 GSB, хронограф. Посмотрим второй раз. 270 метров в секунду. Уступает Хубину. Уступает. Пуля тем более не очень тяжелая. Видимо, первый выстрел был после ее разборки. Она показала, на что способна. 330 это уже серьезно, ребят. Ну, вот 330-327 у нее стабильная будет скорость. Это порядка 100 джоулей в 6.35 калибре. Мощь. Но не самая мощная. Хубин 6.35 гораздо мощнее. Ну, не гораздо, на 20%. Кому как. Сейчас попробуем из нее попасть на 50 метров без оптического прицела. Барабанчик вмещает всего 6 пуль. Попробуем на 50 метров. Вряд ли у меня что-то получится. Уж очень мушка здоровая. Почти в десятку, ребята. 50 метров. Наверное, случайно. Рядышком собирается хорошая куча. Поспешил чуть выше. Наверное, соберу 10 сантиметров на 50, но это без оптики. 3. Пули легковаты. Ну, как-то так. То есть, в принципе, можно стрелять без оптики. Тем более, судя по картинке, винтовка у нас для охоты. Воздуха она, в принципе, сожрала не очень много. С 200 до 160 это у нас 18 выстрелов, не так плохо. Забить до 250 вполне нормальный расход. Хотя нет, здесь резервуар 500. Это дуал танк, фирменный резервуар от Самьянга. 250 и 250 двойной. Поэтому, увы, воздуха она жрет очень много. Гораздо меньше едят воздух винтовки FX